А я ее точно проеду. Нифига себе, проехал. Что, ребята, всем привет. Вы на канале Брошу Гейм. Сегодня будет очень интересный влог. Смотрите, что у нас есть. Такая новая покупочка по технике. Я, кстати, заметил, по просмотрам вам очень нравится видео с разной техникой. Так что сегодня у нас вот такая новая техника. Квадроцикл. 300-кубовый. Вот такой вот уже как бы не подростковый. Довольно взрослый квадроцикл. И сегодня мы будем на его делать тест-драйв. Потому что, ну что могу сказать. Тормозная система довольно хорошая. Вот спереди два дисковых тормоза, сзади один большой. 300 кубов на карбюраторе, 23 лошадиные силы, электронная приборочка, гудочек есть, дальний и ближний свет. Ну, короче, все, что нужно, все есть. Все, короче, поехали. Так, у нас мама едет с Арсением, будет еще снимать, а я еду на мотоцикле. Ну что, мама, как тебе? Ну, здесь удобненько. Да, спинка, да. Еще и места так много вот для ног. А я, короче, так как у нас сегодня 9 градусов, сейчас нужно мотоцикл чуть-чуть прогреть. Давай, мы тебя ждем. Куда едем? Ох, какая дорожка даже. Нифига себе, он заезжает. Так, первое дерево. Вообще не почувствовал, подвеска вообще отлично. А я ее точно проеду. Нифига себе, проехал. Я тоже думал, не проеду. Думал, передними колесами упрусь и все. Опачки, сейчас проверим тормоза. Thank you.
Аж дым. А я не в гов... Ай! Я ви... А у меня спина тоже вся в говне. Что, Ас? Я уже понял, то, что квадрик классный. Сейчас по песку и домой. Сань, покатался? Да, ребят, смотрите. Вот квадроцикл мы вам показывали, сейчас какой он. Короче, Саша заехал, выезжал с воды, да, Сань? Там, где мы на гидроциклах катались. Я, короче, меня мама вот так вот тянула с Арсением, я газу давал и вот так вот рулем, чтобы он нормально выехал. Я газую, газую, а мне вот это все на шиворот валится. А мне спина хоть не в этом вот? Нет, чистая. Я только вот на кроссовке оттуда вот с колес долетела. Ну, вот так выехали нормально. Как тебе? Он такой мягенький, еще маму потом по трясучке покатала. Она говорила, не надо, у меня два телефона, что ты делаешь? Да, потому что я не могла держаться. А ты хоть не вымазалась, мама? Нет, я не вымазалась, но замерзла так хорошенечко. Я в кроссовке прилетала. Что бы прилетало тебе в кроссовке? Это от квадроцикла или на мотоцикле? Я потому что вот, когда выезжал, ну мне тут так чуть-чуть просто говнецом обсыпало. Так что сегодня Шерлок стираем Райна одежду. Да. А я когда в воду заехал, там цепь была в воде или нет? Была. Была в воде? Ну, посмотри, она вся в говне. Сейчас его будет помыть. Ну так, чуть-чуть его сейчас... А у нас, кстати, керхер теперь нормально работает. Угу. Можно его нормально помыть. Да. А что я когда выехал, он весь так дымил? Ты заснял? Ну, горячее было. Ну, а куда вода попала? Так, ну, везде вот сюда вода. Вот? Везде, Сань. Ты посмотри, он грязный везде. Ну что, сейчас будем мыть? А умеешь кататься, умеешь саночки возить, как говорится. Вот сейчас покатались, Саша вымазал квадроцикл. Сейчас он его и будет мыть. Не видно, что тут чуть мокрый? Чуть не видно, что ты мокрый. Саша прикреплял шланг с включенной водой. Сейчас нужно его перегнать чуть-чуть буквально. Так вот он. Просто ключик, кстати, ребят, повернул. Я вам не показывал. Вот свет как светит. Я, кстати, в лесу затестили. Вообще отлично получилось. Ну, хорошо светит, да. О! Шерлок нюхает говнецо. Видите, Шерлок биканя не боится, он только вот этого звука боится. Вот, смотри. Ничего он не боится. Да, то папа тебе помоет, чтобы на комара была грязная. Да, папа, я уже один раз так мыл мотоцикл. Уважай, да-да-да, расскажи, как он один раз мыл мотоцикл, грязь летела на эквинокс, и пришлось еще эквинокс мыть. Да. Вот такое тоже бывает. Так что да, тут надо, видите, продумал, от папиного комара подальше отогнал. Ну что, Шерлок. А вот я, кстати, не знаю, сидушку есть у нас? Не-не-не, мой только грязь, Сань. Ой, дымит еще чуть-чуть. Ну, только потому что горячий. А, да вот, дымит, слышишь? Конечно, конечно, дымит. Когда выезжал, я тогда еще потому что газовал много-много-много, он дымел прям дико. Вот смотри, потому что вода попадала. Я сейчас покажу.
травку сейчас поставим. Вот, даже вот сейчас, видите, вот. Ну, я вижу сверху парит, парит. Вот, теплый дым идет такой. Откуда он? От трубы. Кстати, тут фаркоп, ребята, есть, смотрите. Я не знаю, что на него можно прицепить. Да, мы думали, может гидроцикл, но поняли то, что он не вывезет, как мы выезжали из этой вот, из речки. Вот так он мне, в принципе, даже очень нравится. Когда я на мотоцикле ехал сзади, такие его задние габариты прямо мощные. Я видел сразу то, что красный свет. То, что, ну, кстати, он звучит довольно тихо, едет 30 километров, вот едешь, буквально чуть газу даешь, и все спокойно там по внедорожью, где бы наш старый мотоцикл уже вот так вот перевернулся, он спокойно едет. Что, чистый? Сань, тогда уже и моцик мой. И моцик мыть? Ну, смотри, весь грязный. Моцик я уже, кстати, ребята, давно не мыл. Вот, смотри, дымит, вот даже до сих пор. Ну, конечно, Сань, ну, конечно, ну, ты же, мы же долго ездили. Вот. Мы сколько, мы, наверное, час катались. Что, заведем? Может. Горячий, да. Ну все, Сань, глуши. Кстати, вот заметил этот. Вот так даже на холодную заводится, налегке. Вот мотоцикл, если на холодную там уже... Ну какую на холодную? Мы ехали тут, ну час точно катались. Не, он даже если постоит, хорошо потом заводится. А мотоцикл, ну, потом прогревает, надо на... Подслушать держать. Подслушать держать, прям перед, как не слышно. Помоет он сейчас еще и мотор заодно, очень хорошо. Кстати, ребята, это первая мойка этого квадроцикла вообще. Сразу покатались, сразу вот мы его помыли. Сейчас пусть стоит, сохнет. Давай, мотоцикл. Ой, он дымит, вот. Потому что на нем тоже столько же катались. Кстати, вот так парит, холодно, парит. Не дымит, а парит. Подходишь, так и руки греешь. Угу. Руки греешь. Ну, труба, потому что горячая. Не руки греешь. Сейчас мы его развернем. Арсений, нашел телефон? Да. Отлично. Что, Арсений думал, телефон потерял? Да. Уже второй? Нет. Нет, я знаю, что... А что ты раздетый хочешь? А ну-ка пошел одеваться. Вот вещи, знаешь, это вот? Знаю, да, что ситуацию. В лет Арсению было, когда 10 лет, наверное, он потерял, или 11, он потерял в Дубае в песке свой айфон. Не любит он эту историю. Арс не любит эту историю. Очень было обидно, потому что буквально телефону было 4 месяца. Новый. Там телефон был айфон 12. Да, 12. Мини. Сейчас он некоторые до сих пор сейчас 11 уходит. Арсений 4 года назад 12 мини потерял. Да, было такое. Ничего страшного. 0,9 градусов. На улице уже 5. 5? Да. Вот. Шерлок. Шерлок, иди сюда.
Короче, ребята, сейчас мы будем ставить мотоцикл и квадроцикл в гараж. Надо сейчас... Нужно будет еще купить масло. И пока у нас обкатка, смотреть, чтобы никакие болты не подлетали. А то у нас тут уже такая ситуация одна случилась. Да, болтики надо сегодня... Опасная, мама, да, очень? Опасная, я не люблю такие. Ситуация. Ну, короче, неважно. Вы были на канале Брошу Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите, какой формат вам видео больше нравится. Такой, влоговый. Или игры какие-нибудь. Вот я уже снимал, там, Скулбоя я снимал, Роблокс. Ты обычно в них не играешь, ты для подписчиков снимал, да? Да, может быть, вам какие-то игры интересны, пишите в комментариях обязательно. Всем пока!